Приветствую всех, дорогие братья и сестры, друзья. Сегодня я хотел бы, чтобы мы могли порассуждать над одной очень важной темой. И нужно сказать, я хочу сделать сразу небольшую ремарку, что не так давно мы ездили в Эджвуд, и я уже начал эту тему. Некоторые мысли, которые сегодня будут звучать, они повторятся. Ну, я надеюсь, что они не будут слишком обременительными для тех, кто ездил в Эджвуд. Но а некоторые мысли будут новыми. Я хотел бы, чтобы мы обратились к тексту Священного Писания, который находится в Евангелии от Матфея в 25 главе, и мы будем читать с 1 по 13 стихи. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Что бы ни случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий». Сразу хочу задать всем нам вопрос. Эта притча имеет отношение к церкви или не имеет? Имеет. А почему? Сразу возникает еще несколько вопросов. Ну вот один из этих вопросов: уснули все? Если это иллюстрация церкви, что вот 10 дев – это церковь, вопрос: неужели вся церковь уснет? Как вам кажется? Я не просто так задаю этот вопрос, потому что лично мне приходилось слышать такое интересное объяснение, и которое выражало мысль, что эта притча к церкви отношения не имеет, что эта притча говорит о ком-то другом, что есть невеста, и церковь – это невеста, а девы – это ее подруги, которые идут после. Братья, сестры, я не хочу углубляться сейчас в этот вопрос. Я приведу два аргумента, почему эта притча имеет отношение к церкви и почему сегодня вообще на эту тему актуально говорить. Первое, на что я хочу обратить внимание, во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, во втором стихе, мы можем прочитать следующие слова. Апостол Павел говорит: «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Когда-то Павел посетил развращенный город Коринф, и там из его уст прозвучала евангельская весть. И вот среди жителей этого города нашлись те люди, которые восприняли эту весть, откликнулись на призыв Павла, примирились с Иисусом Христом
и в городе Коринф образовалась церковь. И вот к этой церкви апостол Павел пишет и говорит: «Я ревную о вас ревностью определенной и хочу представить вас Христу чистою девою». Это первый аргумент. То есть, ну, говоря о церкви как о деве, мы не ошибемся и не согрешим. И второй момент, почему эта притча имеет отношение к церкви. А где эта притча записана? В Новом Завете. А Новый Завет – это то, почему сегодня верующие люди живут. И поэтому мы можем смело сказать, эта притча имеет самое прямое отношение к нам. Итак, давайте мы углубимся в нее и поговорим о некоторых деталях. И первое, на что я хочу обратить внимание, вот посмотрите, все 10 дев вышли навстречу жениху. Но не все эти девы оказались желанными Господом. И 5 из них услышали слова перед закрытой дверью: «Отойдите, я вас не знаю». Первое, на что я хочу обратить внимание. Вот мы, верующие люди, собираемся все вместе. В таких собраниях, в собраниях поменьше. И нередко, когда вот бывают такие общения, я обратил внимание на эту деталь, возникает следующая иллюзия у некоторых. Мы здесь находимся все вместе, а это значит, что мы и там с небесным женихом будем все вместе. Это так или нет, братья и сестры? Вообще, небесный жених, Господь Иисус Христос, желает, чтобы каждый из нас встретился с Ним и вошел на брачный пир. Желает этого Иисус Христос или нет? Очень желает. А мы этого желаем? И мы этого желаем. А вот еще один вопрос. А эти желания безусловны со стороны Христа? Или все-таки есть некоторые условия для нас, чтобы мы туда вошли? Безусловно, есть определенные условия, которые ставит Христос. А что это за условия, братья и сестры? Вот как вам кажется, туда войдут только сильные христиане или слабые тоже смогут войти? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте мы прочитаем еще одно слово, которое записано в книге Откровения, в 19 главе. Книга Откровения, 19 глава, прочитаем с 7 стиха. Смотрите, что здесь сказано. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истины, слова Божии. Блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Вот мы прочитали этот текст. Как вам кажется, какое самое главное слово к церкви в этих словах относится? Из текста о браке Агнца. Какое самое главное слово? Жена
приготовила себя. Туда войдут не сильные христиане и не слабые христиане. Туда войдут готовые. Очень важный фактор. Нам нужно к этой встрече готовиться. И вот в притче, которую мы прочитали, девы разделились на две части. Одна часть дев приготовилась к встрече с небесным женихом, а другая часть не приготовилась. В чем же выразилась готовность или неготовность? И вот тут мы подходим к следующему вопросу. Когда происходят эти события? В какое время суток жених шел за своей невестою, и в какое время суток вот этим девам нужно было жениха встречать? Какое это было время суток? Ночь. Ночь. Светильники. Сразу хотелось бы ответить, что тема света и тьмы – одна из ключевых тем Нового Завета. И не случайно, что вот история в нашей притче происходит ночью. Многие тексты Священного Писания открывают нам, что мы на сегодняшний день живем во тьме. Мир находится во тьме. И это не тьма физическая, то есть физического недостатка в физическом свете, как правило, у нас нету. Речь идет о тьме духовной, о тьме греховной. И вот верующий человек, об этом тоже нам очень ясно говорит Священное Писание, призван в этой тьме являть свет. И Господь сказал следующие слова: «Зажегший свечу не ставит ее под сосудом или под кровать, но ставит эту зажегшую свечу где? На возвышенности, чтобы светило всем в доме». Вот оказывается, братья и сестры, мы призваны быть такими вот свечами. Я прочитаю вам еще одно интересное свидетельство об Иоанне Крестителе. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 35 стих. Здесь сказано так. «Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его». Вот обратите внимание, какое замечательное свидетельство об Иоанне Крестителе. Он был светильник, горящий и светящий. И люди, которые соприкасались с Иоанном Крестителем, хотели порадоваться в присутствии его. Хочу задать всем нам вопрос. Может ли Господь сказать такое свидетельство о каждом из нас? Или давайте мы по-другому перефразируем этот вопрос. Вообще, когда вот нам приятно с кем-то рядом быть, мы готовы находиться в присутствии этого человека, правда? И как-то это радостью наполняет наши сердца. Вот вопрос, а люди, с которыми мы соприкасаемся на работе, может быть, дома, в собрании, в церкви, они хотят порадоваться в нашем присутствии? Такой эффект происходит от нас? Просто давайте подумаем об этом и порассуждаем. Вот нередко, когда бываешь на похоронах, выходят родственники, близкие, рассказывают свидетельства о почившем человеке.
И вот духом всегда чувствуешь, когда свидетельство искреннее, когда действительно вот человек оставил какой-то хороший, добрый след своей жизнью в сердцах других людей. А иногда кто-то выйдет, вот рассказывает что-то о человеке, но буквально духом чувствуешь, но как-то неискренне это звучит. И вот я уже много раз ловил себя на мысли, что действительно некоторые верующие люди, прожив красивую жизнь, их можно сравнить вот с этим светильником, светящим, горящим, тепло дающим. И люди получали благословение от этого человека. Вот, братья и сестры, мы призваны быть такими светильниками. К великому сожалению, далеко не о всех мы находим такое свидетельство в Писании. В послании к Титу, в первой главе, мы читаем следующие слова в 16 стихе. Послание к Титу, 1 глава, стих 16. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и неспособны никакому доброму делу». Вот вопрос. А вот такие люди, которые тоже говорят, что они верующие, они войдут на пир к небесному жениху? Ведь тоже верующие. Вряд ли, братья и сестры. Вряд ли. Итак, светильник горящий и светящий. И вот тут мы подходим к тому, чего, собственно говоря, не хватило девам неразумным. У мудрых это было, а у неразумных этого не оказалось. Что это такое? Масло. Масло. Сегодня у нас светильники практически все работают на электричестве. Либо это батарейки, либо это аккумулятор, который нужно заряжать. Но вот в то давнее время светильники были совершенно другого порядка. И старшее поколение хорошо эти светильники помнит. И ну вот особенно в краях, где мы жили, в Средней Азии, там настолько часто отключали свет, и многие этими светильниками пользуются по сей день. Устройство этих светильников очень простое, но в то же самое время очень эффективное. Для тех из молодых людей, кто не знает, я просто объясню. Любая банка, любой сосуд наполняется маслом. Наверху можно поставить какое-то крепление. Опять же, самое простое, можно проволочку скрутить, закрепить наверху. Простой фитилек. Может быть, из бинтика скрутить, ну, из чего угодно. Опускаешь в это масло, верхушечку закрепляешь на этой проволочке, если это какой-то хороший купленный светильник, там специальное есть приспособление, и зажигаешь. И вы знаете, вот удивительно, вот этот фитилек, эта тряпочка, не горит, а масло поднимается, и масло сгорает, то есть масло убывает, и через это образуется свет. Кстати, в Америке тоже есть такие светильники, они называются керосин-лампы, по-моему, так они называются, керосиновые лампы. Их можно купить в магазинах. Вот, знаете, хороший светильник, но если к этому светильнику нет масла, то он становится абсолютно бесполезной вещью. Представляете себе? И что же это за масло такое вот в нашей духовной жизни? Обратите внимание, что об этом масле сказано. Во-первых, его невозможно получить даром. В бесплатке не найдешь. Во-вторых, его невозможно занять. То есть неразумные девы, когда поняли, что их светильники тухнут, они обратились к мудрым и попросили: «Займите нам вашего масла».
Они говорят: нет, пойдите к продающим и купите, чтобы не получилось, что вам и нам не хватит. Третье. Это масло, его возможно только купить. Возникает вопрос, что же это за масло, братья и сестры? Вот мы уже говорили о том, что тьма, которая царит в этом мире, это тьма не физическая. И свет, который верующие люди должны являть, это тоже свет не физический. Я иногда думаю, хорошо бы было, чтобы Господь как-то вот так вот верующих людей выделял из общества, как Он, допустим, выделил когда-то Моисея. Помните? Он спускается с горы от Божьего присутствия, и написано, что лицо его сияло, светилось. То есть люди смотрят на другого человека, а его лицо сияет. Вы бы хотели быть такими верующими людьми? Приходите на работу, а ваше лицо сияет. Но написано, что евреи, израильтяне, они даже не могли этого выдерживать, и Моисею приходилось накрываться, чтобы вот этот вот Божий свет, который из него исходил или был у него, скрывать. Вот что же за масло, которое нам необходимо приобрести, купить? Написано так: купить или приобрести. И что же за свет, который благодаря этому маслу мы сможем являть в своем окружении? Вот смотрите, каким образом мы получаем прощение грехов? Вот для того, чтобы нам получить прощение греха, братья и сестры, нам надо за это заплатить что-то, может быть, еще что-то сделать, нужно или нет. Спасение мы принимаем. И цену за нас заплатил Божий Сын Иисус Христос. Таким образом мы становимся верующими людьми. А вот после того, как мы уверовали, в нашей жизни должно что-то происходить? Нам нужно ли что-то в нашей жизни приобретать или покупать? Я приведу вам некоторые примеры. В первом послании к Тимофею, в 6 главе, мы читаем следующие слова. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Вот вы понимаете, уверовав в Иисуса Христа, приняв Его жертву, мы становимся верующими людьми. Мы становимся наследниками вечной жизни. Наше имя вписано в книге жизни на небесах. Но вот благочестие и довольство нам нужно приобрести. Оно не приходит в нашу жизнь автоматически. И в этом плане нам нужно работать над собой. И я понимаю, что это как раз та плата, которую мы отдаем. И когда в мире окружающем, как вам кажется, большинство людей благочестивы? Нет. Большинство людей, с которыми мы соприкасаемся, это нечестивые люди. А как вам кажется, люди, с которыми мы соприкасаемся, довольные люди жизнью своей? Вы часто встречаете довольных людей? Большинство людей, к сожалению, очень часто проявляют недовольство, и не только неверующие. И верующие люди сколько недовольства проявляют. И вот момент. Если в вашем окружении или в нашем окружении среди недовольных людей вдруг кто-то появляется довольный,
Как вам кажется, это будет заметно или нет? Это будет очень заметно. И вот он, свет. И обязательно к вам подойдут и спросят: а ты чего радуешься? А чему ты радуешься? А почему ты доволен? И вот она, возможность рассказать о причине моего довольства и объяснить: я доволен, потому что я со Христом. Но довольство не приходит просто так. Его нужно приобретать. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Я еще вам приведу пример, что нужно приобретать. В послании Иакова, в первой главе, сказаны следующие слова. «Радуйтесь, братья, когда впадаете в различные искушения». Вопрос ко всем нам. А когда мы впадаем в какие-то искушения, когда переживания приходят, ну, искушение в жизнь пришло, вы рады? Иаков пишет: радуйтесь. А чему радоваться, братья и сестры? А вот, оказывается, чему нужно радоваться. Потому что, когда мы проходим искушение и выходим победителями, это производит в нас что? Терпение. А дальше написано: а терпение должно иметь совершенное действие, чтобы мы были совершенны, без всякого недостатка. Вот, оказывается, еще что нужно приобрести – терпение. Оно не придет само собой, просто, знаете, как вот Божья благодать сошла, и терпение появилось. Над терпением нам нужно работать. И вот оно тоже масло. И если среди всеобщего такого нетерпения кто-то ведет себя совершенно иначе, это не может не остаться незамеченным. Следующий момент. Вот написано как? Про мудрость, сходящую свыше. Опять же, в послании Иакова. Мудрость, сходящая свыше. Во-первых, чиста, скромна, послушливо, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно, нелицемерно. Вот эта мудрость, она может прийти в нашу жизнь сама собой? Да тоже нет, братья и сестры, нет. И как много, в общем-то, людей, верующих, которые не имеют этой мудрости. Ее нужно приобретать. Ее нужно приобретать. И это тоже вот тот запас масла, который будет проявлять нас в окружающем мире. Это тот свет, который мы будем являть. Мы могли бы продолжить еще. Это и плод Духа Святого, любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. Это то, что не придет само собой. Это нужно приобретать. Вот он, запас масла. Вы понимаете, если мы уверовали в Господа, и много лет уже следуем за Христом, но этого нет в нашей жизни. Очень важно задать вопрос: а верю ли я? А почему я остаюсь таким же, как я был 20 лет назад? Как много сегодня людей, которые просто оправдывают свои греховные поступки и говорят: ну вот принимайте меня таким, как я есть, характер у меня такой. Братья и сестры, а если мы верующие люди, наш характер должен меняться. Наш характер должен меняться. И мы должны преображаться в образ Христов. Я ни в коем случае не хочу, чтобы кто-то сейчас подумал, что я проповедую спасение по делам или по каким-то нашим заслугам. Ни в коем случае. Но вот все эти качества, о которых я говорю, которые нужно приобретать, эти качества на самом деле являются показателем того, с Богом я вообще или нет. Просто подумайте об этом. Итак,
Вышли все навстречу жениху, но не все оказались желанными. Желанными оказались те, которые смогли приобрести вот этот вот запас масла. Вопрос к нам. Я этот запас приобретаю сейчас? Я являюсь этим светильником, горящим и светящим? Хотят ли люди порадоваться в моем присутствии? Но теперь давайте мы еще обратим внимание на один вопрос. Я приводил этот пример в Эджвуде. В 1990 году я закончил колледж. И вместе со мной училось много людей. Естественно, с кем-то, ну, я был ближе в отношениях, с кем-то дальше, кого-то вообще не знал. Учебное заведение достаточно большое. Но вот вместе со мной учился один молодой человек. Его звали Александром. Вот этот Александр не очень хорошо учился, мягко говоря. Не очень хорошо учился. Он не отличался хорошим поведением. Ну, знаете, он с такой вот славой непутевого, в принципе, из этого колледжа и ушел. Но я помню, когда все закончилось, когда мы сдали последние экзамены, мы стояли на крылечке здания, где мы учились. И вот этот Александр вдруг начал рассуждать. И он говорит: вот если бы у меня была возможность еще раз отучиться в этом колледже, то я бы вышел отсюда с одними отличными оценками. Я потом вспоминал, много раз вспоминал ту беседу, и я пришел к выводу, наверное, он прав. Он хорошо понял, как работает там вся эта система, где нужно обратить внимание, где нужно немножко поднапрячься, а где можно расслабиться. Скорее всего, он бы действительно очень хорошо закончил тот колледж. Но знаете, в чем состоит важный нюанс? У него не было второго шанса. У него не было второго шанса. В нашей жизни большинство, что мы делаем, что с нами происходит, это бывает только один раз. И мы один раз можем прожить нашу жизнь, мы один раз можем Богу послужить, мы один раз можем доброе дело сделать или не сделать наоборот, мы один раз можем помолиться или не помолиться. И вот с таких разов состоит вся наша жизнь. И вы понимаете, всему свое время. И масло нужно приобретать сейчас, пока жених не пришел. Потому что я вот лично уже слышал такие рассуждения: ну ничего, мы сейчас вот кое-как, ни шатка, ни валка. Ну вот Христос, когда придет, ну пусть даже я останусь на земле. Он церковь свою заберет, а я останусь на земле. Но у меня же еще будет шанс покаяться. Братья и сестры, сейчас насколько это трудно все, правда? И Христу служить, и верным Ему быть. А вы думаете, в то время, когда Антихрист будет царствовать, легче будет? Нет, легче не будет. И те люди, которые сегодня так рассуждают, что я во время великой скорби приведу свою жизнь в порядок. Братья и сестры, мы можем, как вот эти пять неразумных дев, оказаться перед закрытой дверью. Всему свое время. И время, когда нужно собирать запас масла, свет являть. Сейчас это время, сейчас. Завтра у нас его уже может не быть. И последний момент. А в чем вся суть этой притчи, братья и сестры? Вот самое главное, что во всей этой притче? Я тоже так думаю. 13 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий».
Бодрствуйте. Бодрствуйте, потому что не знаете. Вот в Америке очень интересно поставлена система. Вот мы здесь прожили уже 9 лет, скоро будет, моя семья. И мы ни разу тут не переживали землетрясение. Но когда мы учились в колледже, нам там лекцию провели, как вести себя в случае землетрясения. А вообще мы в своей жизни в Средней Азии много раз переживали землетрясение. И вот землетрясение очень страшно на самом деле, особенно если оно выше 5 баллов. Очень неприятно. И вот когда оно произойдет, закончится, и ты думаешь, вот в следующий раз, как только землетрясение начнется, я что-то сделаю. Знаете, какая особенность? Никогда не успеваешь что-то сделать. В одно мгновение вдруг дом начал качаться. И все, ты просто понимаешь, опять землетрясение, просто страшно. А сделать ничего не успеваешь. Я думаю, что вот пришествие Христа будет точно так же. Мы много об этом говорим. Мы много об этом слышали уже. Но когда раздастся этот крик, вот жених идет, когда прозвучит голос архангела, труба Божья, когда Христос сойдет, чтобы забрать свою церковь, к великому сожалению, многие на тот момент окажутся не готовыми. Братья и сестры, пока мы рассуждаем в такой теоретической плоскости, но ведь Христос может прийти прямо сейчас. Вопрос каждому из нас. Ты готов? Ты в мире со всеми? Нету ли какого-то греха, в котором ты не успел раскаяться или не покаялся, или ждешь, думаешь, что еще успеешь? Твои отношения с близкими твоими людьми в порядке? Нету ли еще чего-то, что не приведено в порядок, что помешает тебе быть восхищенным Господом? Вот это слово ко всем нам. Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий. Итак, дорогие братья и сестры, этим словом я хочу закончить свою проповедь. Будем бодрствовать и готовиться. А тот, кто, может быть, нерадиво относится к делу спасения своего, поторопитесь, поторопитесь. Сейчас есть время, когда что-то можно исправить. Сейчас мы будем молиться. Давайте подумаем. Что мы скажем Господу? Аминь.